Всем привет. Сатори. Шива. Сатори – это название производителя. Шива – модель лука. Лук решили назвать венгерским. Ну, давайте так. Это современный традиционный лук. Но вот, условно, пусть будет венгерский. Потому что, ребята, сейчас набегут, кто-то рассказывает, кто-то находит бухарские корни, китайские, еще какие-то. Я спорить не хочу. Это не историческая реконструкция, поэтому сильно копья ломать не надо. Про сам лук. Я сниму еще видео по нему, и не про него, и так далее. Но по факту, это удивительный рекурсивный лонг. Мне уже подобные луки, условно венгерские, попадались, и они действительно ведут себя очень хорошо. Этот не исключение. Тянется очень ровно. Ощущение, что в руках 64-дюймовый модер лонг. Честное слово. Комфортно очень тянется. 28-30 и дальше. Тянется без проблем, стреляет ровно и для восточных рекурсивов очень стабильно, спокойно и комфортно. Вообще подобные луки я называю, ну, считаю их едва ли не идеальными луками для новичков. Не знаете, какой выбрать, вот это то, что надо. Он большой, можно стрелять с разными прикладками, соответственно, колечный хват и так далее, и тому подобное. Не брыкается, стреляет ровно, в какой-то степени, можно сказать, скучно. Ну, как скучно. Характеристики есть, они нормальные. Но основная фишка этого лука – стабильность и комфорт. И в этом плане здесь все хорошо. А еще знаешь, что мне нравится? Здесь глушилок нет. Вот я люблю сравнивать вот с этим луком. F-179, китаец. Кстати, по фунтажу они одинаковые. Преднатяг есть, без шуток. Это нормальный, хороший, годный лук, очень аккуратно сделан. И при выстреле ощущение исключительно положительное. Честно говоря, если бы был такой хантерикурв, ну, это было бы просто классно, потому что лук действительно комфортен. В нем что-то прямо-таки олимпиковское пробивает. Годнота. Сильно много пострелять пока не получилось. Если честно, я малеха лоханулся здесь со стрелами. У меня есть хорошие тяжелые стрелы, которые использовал с Modern Long. Для этого лука они оказались слишком жесткие. И, честно говоря, стыдно такую стрелу выкладывать. Но класс. Знаете, что я хочу? Вот есть два лука компании Сатори. Пожалуйста, напишите в комментариях, а что бы вы хотели увидеть и услышать. Потому что у меня появился очень такой классный, смирный, спокойный, комфортный рекурсив. И реально быстрый, такой с характером Modern Long. Обычно бывает наоборот. Но здесь именно так. Я немного в растерянности. Я не знаю, как это снять, как это показать, как это рассказать, как донести. Потому что на самом деле луки классные. Про них есть что рассказать. Такие луки, блин, должны делаться. Но у меня понос мысли, запор слов. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, я вам буду очень признателен. Ну, собственно, все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.